Ребята, всем привет! Сегодня хотел представить вашему взору вот такого вот малыша. Это у нас идет самый дешевый шуруповерт, который я нашел. Продается он в Леруа Мерлен. Стоит он 1060 рублей. Фирма Спец. Он идет с одним аккумулятором. Аккумулятор у него съемный. Постараюсь снять, показать. Аккумулятор съемный. В комплекте также идет зарядка. Зарядка осуществляется... Ну, блок идет со штекером. Вставляете вот сюда штекер. И тем самым заряжаете аккумулятор. Единственный минус, аккумулятор, конечно, заряжается довольно долго, наверное, около 2 часов до полной зарядки. Ну, в принципе, что вы хотели за 1000 рублей. По характеристикам, шуруповерт 12-вольтовый, емкость аккумулятора 1,3 ампер-часа, момент затяжки у него 15 ньютон на метр. Ну, такой, как заменитель отвертки, можно сказать. На сегодня мы с вами его потестим, прям сделаем ему такой краш-тест. Он где-то односкоростной, у него есть трещотка для регулировки момента затяжки. И режим сверления. Также у этого шуруповерта за эти деньги есть подсветочка. Патрон у нас 10 мм, максимальное сверло можно зажать. И патрон идет без ограничителя. То есть, чтобы зажать оснастку, нужно либо удерживать вот это кольцо и затягивать, либо просто держать, как обычно, патрон и нажимать кнопку пуска для того, чтобы затянуть оснастку. Такое, в принципе, в руке сидит удобно. Он позиционируется как инструмент такой, не знаю, заменяющий аккумуляторную отвертку, скорее всего, для того, чтобы можно было по дому сделать такие самые простейшие задачки. Это сборка там какой-то мебели простейшей, которая не занимает долго, большого времени. Какие-то работы там, что-то подкрутить, отрегулировать и тому подобное. Сейчас я приготовил для вас такой небольшой тест. Хотел посмотреть, на что способен все-таки этот шуруповерт. Момент затяжки я поставил на сверление, для того, чтобы показать максимальное его, так сказать, значение. Посмотрим. Начну я с саморезов. У меня 5 штук вот 30-ки, 35-й саморез, потом 50-ка, 70-ка. Ну и приготовил глухарь. Ну не знаю, дойдет ли до него. Посмотрим, что, в принципе, этот шуруповерт сможет показать. Ну, давайте начнем с 35-х саморезов. В принципе, 35-й саморез для него не помеха, крутит спокойно, без напряга, дотягивает, утапливает без проблем. Давайте начнем с 50-х. Пятидесятые уже идут, конечно, тяжеловато, но он справляется с ними. Единственное, конечно, в количестве. Ну, для такой отверточки за 1000 рублей как бы нормальные показатели. Так, ну что, 70-ка. Давайте посмотрим, сможет ли у нас малыш закрутить 70-й саморез. Тянет, ребят. Единственное, вот докрутил до шляпки, все. Сработало. Да нет, дотягивает. Смотрите, 70-кой справляется. Такой, как говорится, мало да удал. Закрутили мы 30-ку, 50-ку, 70-й саморез. В принципе, дотянул он спокойно. Под саморезы я не засверливал, просто наживил их, потому что одной рукой неудобно затягивать. Сейчас я переставлю головочку и попробуем с вами закрутить глухарь. Это для меня будет вообще невероятно, если он нас сможет закрутить. Что, поставил я головку, пробуем с вами затянуть глухарь. Без проблем. Даже доску, видите, расщепило, но это больше из-за саморезов. Давайте уже совсем поиздеваемся. Беру сотку саморез. Без сверления. Единственное, бита не магнитная. Давай-давай. Почти затянул. Ну, на сотку уже немножко мощности, конечно, не хватило. Ну, в принципе, это далеко не его задача. Давайте попробуем 70-ку. Семидесятку без проблем дотягивает. Ну, такой уже пыжится, пахнет, но тянет.
Сейчас попробуем закрутить глухарь. Без сверления также. Просто еще разок. Ну все, уже, конечно, аккумулятор подсел. Но мы ему и до задачи давали. Ну нет, дотянул. Смотрите, с чем справился вот этот вот малышок. За 1000 рублей. Еще большой плюс для этого шуруповерта. У него гарантия год. Целый год гарантии. Поэтому, кому нужен шуруповерт, так, чисто для каких-то мелочевки, девушкам, женщинам, для дома там где-то подрегулировать мебель, где-то что-то собрать, какие-то стеллажики, какие-то кухонные шкафчики и тому подобное. В принципе, этот малыш сгодится на ура. Чисто, если кому-то нужен такой инструмент, который там, не знаю, год лежит, месяц лежит, вы один раз там попользовались, закрутили какой-то саморез, повесили там какие-то гординки, подрегулировали мебель, еще что-то. Шуруповерт для этих целей то, что надо. Как вы могли видеть, задачами, даже в принципе сложными, он справляется. Все, хотел показать вам такой вот шуруповертик. Пишите комментарии, подписывайтесь, задавайте вопросы. Стараюсь на все ответить.